сейчас что делаем? Мы готовим шампиньончики, которые нам понадобятся для пиццы. Прям можно по два брать смело. Насаживаем. Я взяла нашу мандарину и морс. Можно то же самое делать на... У меня хоть что-то большое. Брать вот такие красивые слайсы. Толщиной сколько? Это на трубочку у нас 3 миллиметра. Всем добрый день. Приветствуем вас на нашей ассамблее. Уже неделя прошла программа августа. Напоминаю, программа августа у нас длится с 3 по 31 августа. И сейчас у нас 32 неделя этого года. Как раз первая неделя августовской программы. У нас есть изделия, как мы уже делали, как мы уже показывали на обзоре, у нас есть изделия для приготовления, для хранения, транспортировки, поскольку август это, во-первых, месяц заготовочек, да, месяц заготовок, во-вторых, август это когда мы все возвращаемся из отпуска, дети готовятся к школе, и нам нужны будут очень многие изделия для облегчения нашей жизни, труда и так далее. Так, мы сегодня покажем два изделия, которые нам пригодятся для приготовления. Это силиконовый противень. И на нем мы сегодня будем делать кабачковый торт. Сейчас как раз время кабачков. Их много. И нужно как-то разнообразить блюдо. Кабачки позволяют готовить множество блюд. Да, это и варенье, и компоты, и вторые блюда, запеканки различные. Вот мы сегодня будем делать торт. Так, что нам для этого понадобится? Нам понадобится кабачок. Мы его почистим овощечисткой, которая сейчас у нас по спеццене. У этой овощечистки есть две насадки, вертикальная и горизонтальная. Ну, называется еще она универсальная, да? Есть колечко для того, чтобы отделять плодоножки, например, клубники, или же глазки, да? Картошка, да. И у нее два лезвия. Одно гладкое, одно с зубчиками. Зубчики – это чтобы какую-то капризную шкурочку подцепить. А вот гладкое мы сейчас как раз вот этот кабачок замечательно шинкуем. Не зашинкуем. Кстати, можно и шинковать, да, тонким слайсом. В данном случае мы его почистим. Да. Очень легким движением. Легким движением, да. И трепу тоже можно чистить, да? Ну, в прошлом году чистили. Сама удивилась. Да, арбуз. Когда мы делаем арбузное варенье. Цукат, точнее, да? Еще там, как называется? Цукат. Плюшек бывает очень редко в продаже. Но изделие классное, его нужно заранее хотеть, чтобы когда оно появилось, вы уже точно знали, что оно вам надо. Давай покажем, какая стружка получается. Вот. То есть она такая идеальненькая, как раз для кабачкового торта нашего. У нас есть шикарный пластиковый нож. Знаете, вы какие еще ножи пластиковые? Шикарно разбивают скорлупу яиц. Классно. Лучше, конечно, делать в поварёнке, чтобы уж надежно было. Нам понадобится 3 яйца. Я могу. Танечка, перемешивать кабачочки. Не, можно я. Пожалуйста, пожалуйста. Так, а я что делаю? А я перемешиваю кабачки с желтками и наверное, какие-то вкусные специи туда добавлю, да? Не зря же я на это смотрю, я только поражаюсь. Я только успела с солью посыпать, а Таня уже сбила 3 белка. Такой скорости взбивать белков я еще нигде не видел, какой бы миксер не был. Такой крепости, да. Да. Шикарный, конечно. Любимый миксер. Миксер, да, шикарный. Муку лучше брать, конечно, рисовую, особенно цельнозерновую, да? Но... Мы пока сегодня не худеем, лето близится к концу. Можно позволить себе обычные. Да. Каких ложек? 6. 6 столовых? В общем, я тут полполовника получается в этой ложке. Да, мне тоже сочетаю. 2 моих ложки равны 6 столовым. Оборот 6,299. 6,200, значит, вы можете на один миксер приобрести дыхание и свежесть и
по предложению у нас еще сегодня сейчас мандарины, да? Да, то есть если его заказывать, ему прицепится дыхание свежести. Да. Две даже получается, да? Нет, один набор дыхания свежести и одна мандарина. Фу, господи, с двумя наседками. Так, все, у нас вот такая масса, в которой что у нас? Кабачок, три желтка и, ну, 6 столовых ложек муки. И мы аккуратненько должны смешать эту массу с белком. А, Танечка, ты любишь все это, можешь любым скребочком воспользоваться. Выкладываем на наш противенечек. Обратите внимание, мы противень поставили на решеточку. Если у вас есть металлический противенечек тоненький, да, то можно, в принципе, на него. Ой, это у нас тут сколько, кстати, было? Ну, один средний кабачок, да, можно сказать, по количеству. Да, щепотка соли. Я к тому, что перец. Даже из маленького среднего кабачка получается вот такой большой. Ну, это благодаря тоже еще белкам, белкам, да? Потому что белки забиваются. Половина, наверное, из всего белки. И получается очень нежное, отличное мясо. Силиконовый противень сейчас по спеццене в августе. Замечательное изделие. Танечка, у тебя сколько силиконовых противенечков дома? 4. Что ты делаешь с 4 силиконовыми противенечками? Ну, у меня 2 вот таких больших. Я делаю пастилу яблочную. И 2 высоких делаю мармелад. Замечательно. Обратите внимание, что мы не смазывали маслом, да? Я обычно перед использованием его ополаскиваю водой и протираю салфеточкой, потому что если вы на этом противенечке делаете что-то такое, ну, жирное, допустим, картофель по-деревенски, да, или такое что-то маслянистое, то часть масла силикон в себя впитает. И даже если после использования вы его... Если после использования вы его моете, да, то со временем, когда он полежит, масло чуть-чуть выталкивается наружу, и это очень хорошее свойство как раз тоже нашего силикона. И перед использованием будет замечательно, если вы его еще раз, Таня, кажется, вот сюда, да, чуть-чуть подогнать. И перед использованием его можно еще немножечко помыть, протереть влажной тряпочкой, можно даже просто. Обязательно попробовать на этом противенечке испечь морковный рулет. Вот сейчас морковки урожай, сейчас она недорогая, это будет ппшно. Морковный рулет, из свеколки рулет. Можно сделать его и с семгой, да? То есть как а-ля селедку под шубой в виде рулета. А капустный рулет у вас был в противне? И капустный рулет тоже был у нас, я его очень люблю, тоже очень легко делается. Просто мы его делали уже и рецепт. Но сегодня будет кабачковый рулет. Да, а сегодня мы решили вот так. А может и торт получится? Двухслойный. Мы сейчас посмотрим, что у нас получится на самом деле. А теперь мы делаем ПП-пиццу. Ура! Переворачиваем наши рецепты. Да, пока у нас готовится наш чудесный рулетик, а мы все на правильном питании. Нам надо много блюд, чтобы напитаться. Нам понадобится одно яйцо. Да? Творог, яйцо, муку. Ну, можно яйцо, а потом в него сладко мешать. Творог 150 грамм. У нас домашний хороший творог. Мы сейчас воспользуемся глазом. Сыпем, Танечка, 150 грамм. Ну, где-то пачка, да? Вообще у нас коробочка маленькая, поэтому нас, думаю, даже светится получится. Пиццу мы будем готовить на нашей сковородочке. Да? У нас в июльской программе была сковородочка диаметром 28 сантиметров. Сейчас в августе замечательное предложение на 20 сантиметров. Кому нужна сковородка 20 сантиметров? Мы ее называем сковорода для завтрака, во-первых. Во-вторых, для какой-то небольшой семьи, да, здесь что-то поджарить, пассеровать, быстренько приготовить какую-то яичницу, омлетик, зажарить небольшой кусочек мяса, стейк и так далее. Напоминаем... У нее замечательное покрытие перво. Правильно. Которое позволяет готовить без масла. Да. Ничего не прилипает. Ничего не пригорает, совершенно верно. Еще у нее особенная ручка, да, которая не нагревается. Вот здесь вот 2 выступа, которые показывают, как нам нужно взять для того, чтобы не обжечься. Клепочный метод крепления ручки к сковороде. Подходит для всех видов плит. Индукционная, газовая, керамическая, электрическая. Потому что у нее, кстати, напоминаем, внутри алюминий, который позволяет очень быстро нагреваться, поэтому стеночки нагреваются абсолютно так же, как и дно сковородочки, поэтому у нас все будет готовить в ней.
снаружи покрыт вот покрытием этерна, да, и еще есть слой магнитной стали и нержавеющей стали. Так, все замечательно, перемешали. Дальше мы добавляем сюда, да, мука, ну лучше опять же рисовая, особенно цельнозерновая, разрыхлитель и немного соли. Так, у нас прям чуть-чуть будет муки. Ты хочешь сказать, тебе ты тоже любишь ложечки, да? Ну хватит, да. Так, разрыхлитель нам сколько? Ну, тоже где-то обычно столовую ложечку. Вот этот скребочек замечательный, да, он в принципе подходит и для того, чтобы перемешивать, для того, чтобы даже на, кстати, сковородочке работать, потому что он выдерживает высокую температуру. И скребочек получает у нас, кто зарегистрировался в прошлом месяце и сделал в этом месяце в августе заказ на 6 тысяч, получают. Получается подарок, да, вот этот замечательный скребочек. Да, это как продолжение руки. Правильно, делайте, что хотите, вы должны в июле зарегистрироваться. Вы можете зарегистрироваться в августе, и тогда в сентябре вы получите такой скребочек. Да, заказ на 6 тысяч. А как так. Его называют, как-то ласково? Как-то я слышала какое-то слово. Подлиза, его что? Язычок называют, да. Подлиза, что-нибудь, что-то такое. Да? Да, что-то. Лизун. Лизун. Не знаю, правильно? Называется силиконовый скребок малый. Так. Так, девочки, экономка. Кстати, экономку, да, да, вычесть до последней вообще капельки. Как правильно пользоваться сковородочкой? Когда вы ее приобрели, мягким средством помыли, да, никакими ни губками, ни абразивными, не знаю, там, веществами, ничем не моем. Мы даже ее, кстати, нашу сковородочку вообще, в принципе, не моем. Мы притираем влажной тряпочкой, даже после использования, потому что она абсолютно такая же останется. Так, и... И всегда будет как новая. И, конечно. Что добавить муку? Муку я уже добавила, Данечка. Да? Да. А в сковородочку? А в сковородочку мы добавим. Опять же, это по правилам. Нужно перед первым применением смазать маслом, но я иногда ее смазываю вообще перед каждым использованием. Ну, прям чуть-чуть. Вот вы видите, здесь прям буквально пол чайной даже ложечки. Была у меня вот чудесная кисточка, а вот даже еще и осталась. Их сейчас тоже нет, поэтому пока что как-нибудь довольствуйтесь какой-нибудь другой. Но, опять же, мечтайте о нашей. Шикарная кисточка, замечательная. Мне очень нравится то, что ее после использования можно помыть и вот так туда вовнутрь спрятать. То есть она у вас не испачкалась. Убираем. Так, насколько мы убираем нашу большую кофе? 180 градусов и ну, минут 30. Ну, как подрумянится, да? Вот у всех разные духовки. Поэтому мы будем смотреть по процессу приготовления, да? Так, вот смотрите, что мне нравится в нашей сковородочке. Вы, в принципе, можете в нее закладывать продукт, еще когда она даже выключена. Она не прилипнет. Можете пока потихонечку укладывать. Использовать сковородки с покрытием этерна нужно при температуре где-то 160 градусов. Вообще в инструкции написано 230. Танечка, я тебе хотела вот твою любимую, да, может быть, даже вот так будет удобнее. Ой, идеально, да? Он говорит, не надо побольше, да, как раз будет идеально. В общем, это количество у нас на две пиццы, да, либо на сковороду диаметром 28 сантиметров. Пока у нас первый слой наш чуть-чуть готовится. Что я опять делаю вместе себе скажу? Сейчас. Так нужно делать себе защиту, когда вы уже, скажем, руку набили. Потому вообще что лучше так не делать. Когда вы уже запомнили, на каком сантиметре у вас пальцы. Да, ну вообще, получается, такие прям прозрачные, толщиной ровно 1 мм. Миндальные лепестки прошу. Шикарно, да, любые орехи, да, миндальные. Совершенно верно, стружка получается шикарно. Даже грецкие орехи тоже шинкуются здесь, слайсы идеальные. Когда остается немножко, лучше пользоваться. Обязательно, да. Да, шикарно. Да. Очень удобно. Mm-hmm. О, изумительно. Девочки, смотрите, за заказ вот этой шинковочки в оборот 2699, к оплате у нас получается 2024, то есть на 25% ниже, да, для консультанта, вы получаете шикарный набор, Марточка, ты принесешь, буду благодарна, шикарный набор РУ, с продаж условием, да, дыхание свежесть, да.
свежесть 5,5 литров и дыхание 3 литра. Наши любимые емкости, да, спасибо огромное. Вот они, красавцы, их можно поставить в кухне, даже не пряча в шкаф, да, мы привыкли все нашу картошку, лук, там какие-то овощи прятать в голодовой, да, потому что они не так эспатично смотрятся, а в этих контейнерах вы их можете прям хранить непосредственно. И они позволяют, вот ткани, например, позволяют, да, они дышат правильно, ведь видите, как-то внутрь с углублением, то есть можно их ставить даже друг на друга. У нас обычно девочка уже вот так, ничего катается. А обычно у нас уже, да, башня такая из 4 контейнеров. Крышка, крышку в тапор не опускать, потому что было бы слишком дорого, но у нас эта крышечка от... чего, от ковшика, да, поэтому вы можете подобрать также от любой другой кастрюли крышку, замечательно ее использовать. Так, мы на нашей волшебной мельнице натерли сырочек, мы сейчас посыпем нашу основу сырочком, потом сверху будем выкладывать начинку. Я на самом деле люблю, когда вначале сыр, а на сыр выкладывается начинка. Так, ну-ка нам еще на вторую, третью пиццу, да? Так, и сверху мы что? Положим сейчас перчик. Перчик посыпем зеленушечкой. Вполне нормально, даже, мне кажется, для двух человек. Зеленушек. Да, мы еще в Браво Делайт потомили грибочечки, шампиньончики. Выпарили лишнюю воду и сейчас тоже разложим. Вот наша многослойная пицца. И сейчас посыпем сверху сырочком. Зелень. А зелень у нас уже, укропчик у нас заморожен уже в охлаждающих лоточках, да, потому что уже прошел, так скажем, сезон. Ну, в принципе, его можно все лето выращивать, укроп. Лучше его прям свеженьким замораживать. Если вы не используете в течение 3 дней, лучше его заморозить. Так сохранятся больше полезных свойств. Так, охлаждающие лоточки у нас сейчас тоже по спеццене, да, в желтом цвете. Вот эти вот остаточки мы можем, кстати, поместить в контейнер школьника и использовать для следующей пиццы, да, как раз у нас все сделано. Да. Да, мы делаем очень вкусную водичку, освежающую. Кто смотрел мой рецепт? Это бомбический рецепт, вам он очень понравится. Нарезаем лимончик тонкими колечками. Можно вообще любую нашу емкость, ну, взять 2-литровую бутылочку. Можно также абсолютно и в баночке делать, и даже в бутылочке, потому что у нас будет газированная водичка. А листики мяты мы можем прямо так чуть помять, чтобы они эфирные масла свои начали выделять. Так, дальше. Минералка. Холодная, да. Минералочка газированная. Любой клубничный сироп, или вот в данном случае у меня топпинг. Такая хорошая склопоночка. Можно, кстати, было соус взять. Вот. Это, кстати, эффект, как в нашем соуснике, да? Нажимаем. Выходит наш любимый силиконовый скребочек длинный, да? Который слышно. Он как раз заедет. Здесь нам поможет. Да. Если бы у вас была банка, вы могли закрыть и потрясти. Да, у нас здесь клапаночек в этой бутылке, поэтому трясти нежелательно. Даже очень. Можно так еще помять лимончик с мятой. Не закрывать плотно, потому что крышка сорвет. Да. Так, вы пока охлаждаетесь, можно уже разливать, пить. Людик, в наших силиконовых, в нашей форме контейнера, точнее, мороз, это настоящее спасение любителей жару. Да, лучше, да. Можно, знаешь, как они уже смотрели, вот чуть-чуть вот так вот, все, и они все отошли.
Синтетика наша там лежит. Какая красота. 1340. Вот сейчас мы попробуем, во-первых. Оно сейчас куда стоит, должно дойти. Быстро. Куда? Смотрите. Вот, смотрите, все это чудесно у нас отходит. Шикарно просто. Как хорошо, что нашими приборами можно работать прям по силиконовому противничку. Это будут наши 4 коржа. И сейчас мы их выложим на тарелочку. Таня, ждаешь мне какую-нибудь тарелочку? А если бы пополам сложить? Наверное, широкую лопату. Легковато идет тесто. Наверное, бы еще чуть-чуть поджарить, да? Ну, вообще сверху зажарилось, все равно корочкой. Вот снизу, да, недостаточно. Ниже что-то сочное. Продолжаем. А может быть мы это... Муки. Да, давай. Муки, наверное, маловато. Ну, что такое? Так. А нам надо, наверное, помазать. Нам надо помазать. Поэтому мы сейчас это немножечко надоедаем. Как мы чистим чесночок, да? Мы сюда кладем зубчик. Слышали? Хрясь была. Хрясь была. Это значит, где-то он тут у нас треснул, да, и мы можем его легко почистить. Чесночница очень тоже хорошо идет на РУ предложение. То есть одна чесночница и заказ на 100 рублей, это буквально наш гид по изделиям, да, либо вот трубочка, либо 4 пакетика. И вы можете приобрести, опять же, дыхание и свежесть. Так. Выдавливаем чесночок. А это может быть натуральный йогурт, или это может быть что? Как у нас? Греческий йогурт. Ну да, греческий, натуральный, это одно и то же. Или в нашем случае это мягкий... творожный сыр. Да. Что мне нравится в нашей чесночнице? Очень легко мыть. То есть вот развернули, да, и вот достали очень легко эту пленочку. Вот. Раскладывается прям элементарно. Так, мы пленочку не будем сюда. Я знаю, что нельзя ножом. Так, мы сюда еще сейчас что-нибудь специи добавим, да? Да. Опять делают наши охлаждающие лоточки с пушистым укропчиком. Все у нас продумано. Да, замечательно, что же гаджет лопатка. Она вообще для блинов изначально предполагалась, но ей очень хорошо удобно. Также сейчас, когда будет повыше, удобно, даже у нас маленькая тарелочка. Да, все-таки было с какими лопатчиками есть по спецпредложению? Нет, вот в августе лопаток по спецпредложению нет, но опять же, это изделие сейчас в каталоге. Вот лопатка, например, а каталог мы приобретаем для чего? Чтобы купить РУ. Предложение с продаж СУ. Ну, вот если мне срочно понадобилась такая лопаточка для плечи. Берете, да. Я вам посоветую еще взять что-нибудь для того, чтобы приобрести что. Итак, для чего мы приобретаем изделие с каталога? Для того, чтобы взять по максимальной скидке изделие с кодом РУ. В этом месяце два кода РУ. Один это набор дыхание и свежесть. Дыхание 3 литра, свежесть 5,5 литров. И наша любимая, замечательная терка, шинковка мандолина. Я хочу показать, как мы ухаживаем за сковородочкой. Вот вы на ней пожарили, вот так вот тряпочкой собрали. Ну, я, конечно, утрирую. Ее, конечно, нужно будет еще теплая водичка, но тем не менее, вот увидите, что она сейчас будет через 1-2-3 минуты абсолютно чистенькой. Хотя у нас вот стеночки с сыром запекшиеся. Так, посуду красота. Да, так. Да. Видно, какая тут красота? Да. Как новая. Да. А сколько лет может прослужить такая? Когда-то. Больше 30. Вот. Смотрите. Хороший вопрос. Гарантия на покрытие терна составляет 3 года. 3. Но у некоторых она и год не служит, а у кого-то уже 10 лет. Почему?
потому что нужно правильно ее использовать. Температурный режим. Ее нельзя использовать без еды. То есть, если вы ее поставили на огонь, она должна быть уже с продуктом. Да? То есть, нельзя на... Ну, это, в принципе, касается многих изделий. Сейчас пишут даже в инструкции, что не оставлять на огне без продукта. То есть, пускай то есть сковородочку, да? Угу. Красоту нашу. Я хочу напомнить, для чего мы приобретаем изделия в августе. Чтобы выходить, конечно же, на подарки. И вашим первым подарком в августе будет вот такая салатная пара, для того, чтобы вы могли перемешать салатик, наложить аккуратненько. Дальше, следующий заказ, точнее, следующее, там получится 1500 к оплате, да? И будет у вас квалификационный заказ, и вы получаете в подарок замечательную корзину, она называется корзина, кто-то называет фруктовница, в любом случае для фруктов, овощей, возможно использовать как хлебную тарелочку для булочек, пирожков, вот. А что еще? Это всего лишь один квалификационный заказ. Но если вы не останавливаетесь и идете дальше и еще изделие заказываете на 10 тысяч в оборот, то вы получаете шикарное блюдо у нас объемом 1,5 литра. Для чего? Что здесь можно сделать? Можно салат выложить, да? Слоями можно тарталеточки поставить, да, какие-то канапешки, ну, все что угодно, на самом деле. В принципе. А? Пирог приложить. Заливное очень красиво. Пирог, заливное, да, ну, у нас любят вот эти такие плоские блюда, в любом случае это будет украшение стола, даже, кстати, любой самый простой салат, да, в таких красивых чашах будет, эта коллекция элегантности, кстати, напоминаю, будет шикарно смотреться. И... самая ходовая чашечка в августе – это подарок за третий квалификационный заказ. Объем этой чаши 2,3 литра, тоже мне будет шикарно смотреться, абсолютно любой, даже самый простой салатик. Также можно фруктики, да, все что угодно сюда положить. Очень интересная технология изготовления, вы видите, прозрачный полимер, цветной, и цветной еще есть глянцевый и матовый чай, для того, чтобы вы не боялись брать здесь салат ложками и ничего не случится с самой чашей. Вот такие три подарки. За три всего лишь квалификационных заказа. У нас есть за 5, да? И за 8. И что еще я хотела сказать. Если вы планируете делать 2 квалификационных заказа, то лучше их делать на новенького, потому что вы получаете за новенького, за 2 квалификационных заказа на новенького, получаем вот такой шикарный термос, который сохранит напитки либо горячими, либо холодными. В течение 8 точно, да, там дальше и даже и больше. Так, что еще, девочки, при заказе на сайте на этой неделе вы получаете вот эту интересную штучку, сушилка или держатель для бутылок, или сушилка, кто как ее называет. В любом случае она позволит, допустим, в холодильнике хранить бутылки в горизонтальном положение, то есть если у вас, допустим, ну какие-то там, не знаю, вино, может быть, там еще что-то, да, то вы можете сложить горизонтально, причем 3 бутылочки, да, здесь еще рядом и на них еще. И вот здесь вот такая бороздка позволяет присоединить еще такую же часть, и вы можете уже больше бутылочек положить прям горкой. У кого-то, допустим, нет в шкафу возможности хранить бутылки в вертикальном положении, да, бутылочек у нас у поклонников Таппер много, вы можете вот так горизонтально их сложить, и они у вас не будут там кататься, вываливаться и так далее. То есть вот это гаджет, который очень как бы удобный и практичный в применении, в использовании. И при заказе, я уже начала говорить, на сайте на этой неделе, сумма заказа от 2000, вы получаете такое изделие за 99 рублей. Да. Оно есть в каталоге. В каталоге его цена что-то там около 500, по-моему, рублей. Вот, поэтому я думаю, у вас есть уникальная возможность. Да, но если вы делаете заказ на 10 тысяч рублей, вам не прицепится 5.